Итак, перед тем, дорогие друзья, с вами Вован, я вернулся, это очередной выпуск моего обзора. Сегодня у нас будет очень шумный и очень такой инсектический выпуск мод-обзора, потому что сегодня у нас в нем будет дохренища пчел, и я наперед скручиваю весь звук просто до минимума. Так, вот у нас есть три режима. Бис, бис и бис. Это все. Начнем с первого. В чем проблема? Смотрите. Даже на минимальном звуке у нас просто есть дохренища просто шума. Потому что это не звук, это именно что шум. Блин. Значит, в чем разница между уровнями сложности? Смотрите. Просто есть, к примеру, в первом случае из одного врага будет, например, там пчел 5. На втором уровне сложности уже будет штук 10, и они будут сильнее. А на последнем так вообще будет заняться. На последнем тут будет их штук так 15, и они будут сами сильными, сильнее, чем вы в несколько раз. Вот так вот. А сразу себе этот уровень пройти 179 пчел просто. Это дохренище. При том, что они еще хорошенько так нас ранят. И это ни хрена не хорошо. Так, ко мне. Я готов. Давай, давай. Блин. Он даже меня нахрен прикончит. Ну, ладно. Так, байхор. А, ну, например, вот мы пойдем за второй уровень. Сейчас сидеть все равно. А на этом. Тоже. Ну, просто я говорю наверняка, что просто уровень сложности будет меняться. Ну, к примеру, там пойдем на другие уровни. Будет, естественно, другие пчелы, что ли. А-а-а, класс. А, блин. Погодите. СВ. Чиец 1. Здесь сменится следующую игру. А теперь меняйся. Обман 20. Дивол. Ай, ДКД. Все. Учить то, что надо. Пока что враги вообще не меняются. Капец, я не просто куча. Что у нас из кибердемона и мастермайнда? Короче, у нас просто целая куча пчел в зависимости от того, то есть какой у нас именно будет враг. То есть, например, вот там вот враг слабый, из него 5 пчел. Посильнее пчел 15. Еще сильнее пчел там 50, как от кибердемона здесь было. Пойдем в это место, здесь вообще будет задница, а нет, пока что нет. Оу, у нас даже есть новое оружие, как я заметил. Только что не заметил. На шестерке, так, у нас плазмоган, а на семерке, вот видите, у нас здесь есть целый огнемет. Огнемет как раз реально шикарное оружие против всего такого дерьма. Фак, они реально, почему дерьмо, потому что они хотят нас прикончить. Fucking shit. И просто дохренище. Не было бы у меня сейчас засвечиться, я бы просто подох бы сейчас. Капец. Я представляю себе, насколько жестко будет усеян просто весь уровень их трупы после этого. Потому что это просто капец. Они повсюду. И с этим надо как-то бороться. Фак. И только больше встает. Жесть какая-то. Получи. И они только еще появляются, потому что это последний уровень сложности. Да, они появляются еще, оживать. Уже 1000. Блин, гивол. Получайте. Нать вам всем, блин. Это просто капец какой-то. Взять наперед, что я придумал. Что я против пчел просто ни хрена не имею. Но если все вот такое вот, и вот такая вот ситуация, то уж против что-то иметь надо. Фак. Весь уровень просто уже ими усыпан. Реально, посмотрите. Весь уровень уже, уровень весь в них. Ничего другого, кроме как пчел. Дохло. Фак. Просто целое дохренище пчел. В этом, кстати, огнемет у нас посильнее получится, чем сам плазмоган. Это капец. Жесть какая-то просто. Уже 1300. Фа.
Я так понимаю, их всегда будет на штук-то 500 больше, просто чем прикончили. Кто писал кто? If you like, я думал, что что-то другое писал. Фа. Нормальное там количество, все нормально. Я не знаю, после здесь больше ничего такого нету, оно... Пойдем на Icon of Sin, как все там будет. Icon of Sin, так. Так, Isaac and M. А Гивол у нас уже есть. И что, он тебе будет кидать этот вот блок, из него будут пилаться пчелы? Нет, он просто кидает нам пчел. Видите, он просто кидает пчел нам, зацените. Видите? Ну нормально, все равно даже что-то на это придумали. Что нам просто берут и кидают пчел. Нормально, нормально. Очень даже так круто, честно говоря. Но я думаю, что это все уже можно закончить, пожалуй. А сам был Иван, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Какая куча просто у из головы этих пчел лезет. Блин. Короче, и всем пока.